Как кому понравится дочка-то, тот и раскошеливается. А потом на приданое-то возьмет жениха. А приданое-то не спрашивай. Ловкая женщина. Хорошим вожеватов купцом будет. Да, молод, а не зарвется. Лишнего не передаст. Что такое Карандышев? Живет одним жалованием, а тоже тянется за людьми. Ишь ты, не разговаривай. А как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, когда у него миллион? Да, вторую дочку замуж отдает. Без приданницы, а женихов хороших находит. Яко твое есть царство и сила и слава, ныне и присно во веки веков. Какую я новую песенку знаю? Веревьюшки, веревью. Паратов приехал. Да что вы? Пардон. Мерси. Экой сокол. Блестящий барин. Просто кутила. Развратный человек. Карету невесты! Давай! Thank you.
Прошу. Мерси. Шиком живет, пора. Уж чего другого, а шику-то у него достаточно. Давай. Сергей Сергеевич, продаете ласточку? Нет, Василий Данилович, никогда. Моя ласточка шибче самолета бегает. Да не барское это дело. А нам, кстати, ну, у нас на низу груза много. Господа, не выпьем ли холодненького? Да, господа. Здоровья Ларисе Дмитриевне, сегодня день ее рождения. Цены на рынке бывают. Очень хорошо знаю. Мне грустно, потому что весело тебе. Погляди-ка, какой тебе Вася подарок прислал. Недурно. Какой милый. Недурно. Какая вещь. Рублей 500 стоит. Ты поблагодари Васю. Так шепни ему на ухо. Благодарю, мол. Заплакать.
Шнурова. Тоже поблагодарим. А Кнурова за что? Так надо. Я уж знаю. За что? Вечером увидимся у Агудаловой. Да-да. А вы, Мойкий Пальмёныч, будете? Да неловко. Много у них всякого сброда бывает. Поедемте, весело будет. Ой, вы на что такое говорите? Хотела я, Мойкий Пальмёныч, Ларисе подарок сделать. Ах, да дорого, не по карману. Ну, это пустяки. Со днем рождения. Право, даже уж и слов не подберешь. Как благодарить-то вас, Мойкий Пальмёныч. Развращаете понемножку? Ну, что же мне об ее нравственности заботиться? Простите, господа. Ты сейчас будешь танцевать. Нет, мама. Поди сюда. Ты сейчас будешь танцевать. Зачем? Так надо. Ну-ну, ну-ну-ну. Господа, Лариса танцевать хочет. Рай, рай, рай. На-на-на, на-на-на. Дорогой бриллиант, дорогой и оправы требует. Да, и хорошего ювелира. Телеграмма вашему. Иди к Агудаловым, там он.
хотела вам сказать. Что? Я хотела вам сказать. Я люблю вас. Не верю. Не верите? Вот. Что? Так, 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 по зернышку, по зернышку, по зернышку. А если увидят? Пусть видит. Нет, батюшка, вам довольно. Барыня! Барыня! Телеграмма! Сергей Сергеевич! Сергей Сергеевич! Да где же то? Да и Лариса Дмитриевна, что-то не видно. Навсегда. Навсегда. Сергей Сергеевич! Ау! Навсегда. Thank you.
Да горай, гори, моя лучина, да горю с тобой я. Лариса! Ты наделала, опозорила на весь город. Едем домой. Едем домой. Едем. Ларисе Дмитриевне Земного ничего нет. Ничего нет, ничего нет. Ведь это эфир. Эфир, Моки Парменович, эфир. Она создана для блеска. Для блеска. А хорошо вы поступили, что вы даете дочь за человека бедного. М? Не знаю. Ее воля была. Барышня! 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 Приехал! Жених приехал! Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню. Куда вы торопитесь? Зачем? Мне так хочется бежать отсюда. От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли? Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. А чем мне жить с дочерью? Ну, это беда поправимая. Теплое участие солидного богатого человека. Хорошо, если найдется такое участие. Надо постараться приобрести. Ага. Вы когда же думаете ехать в деревню? После свадьбы. Хоть на другой день. Но венчаться непременно здесь. Чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я вам не пара, а только та соломинка, за которую хватаются утопающие. Вот это правда. Так эту правду вы держите про себя. Ну, пожалейте. Пожалейте вы меня. Хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший, очень хороший гардероб. Да, да, Моки Парменович. Так вы и закажите все в лучшем магазине. И не копейничайте. Мама! Я боюсь. Я чего-то боюсь. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Нет, нет. Нет. Уж если свадьба будет здесь,
так, пожалуйста, как можно тише, скромнее. Нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Гудалова. Я нищенство не допущу. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мной, изломаете и бросите. Лариса Дмитриевна, а если б явился Баратов? О, если б явился Сергей Сергеевич. А? Успокойтесь, он не явился, а теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда не увидимся более. Пускай погибну безвозвратно навек, друзья, навек, друзья. Но все ж покамест аккуратно пить буду я, пить. Обогнать купчишку! Тебе говорят, полный ход, шуруй! Если бросай один полен, я сам бросался за борт. Трус! Иностранец, голландец. Эх, арифметика вместо души-то.
лучшего вина. Заграничного. Аспид, жалованием живем. Обед так обед. Да, если бы он мне стоил вдвое, втрое, я бы не пожалел денег. Повеличаться хочешь? Да, повеличаться. Берите кругом по 6 гривен за бутылку. А ярлыки наклеим, какие прикажете, хоть заграничные. Ох, уже достанется мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Поваришки-разбойники в кухню точно какой победитель придет. Ведь им и слова сказать не смей. Тетушка, да о чем с ними разговаривать? Так и бы свой материал, домашний, деревенский, я бы слова не сказала, а то ведь купленное, дорогой. Так ведь его и жалко. Помогите! 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 Давай, давай, давай! Давай. Кто такие? Артист Аркадий Счастливцев. Негациант, непутевый. Ты, Робинзон, садись. Аля-ля-ля-ля. А купчишка пусть тут проветрится. Плыви, мой чел. Барин приехал. Какой барин? Год ждали. Вот какой барин. Как сам сходить будет, я тебе платком махну, а ты пали. Как осень лист дрожит, извела меня кручина подколодная змея. Догорай, гори, моя лучина. Да горю с тобой и я. Да горай. Куда вылечу? Рекомендую Робинзон. Но. Но, сэр. Это, господа, провинциальный актер. А не жаль вам, Сергей Сергеевич? Для меня заветного ничего нет. Найду выгоду, так все продам. Продаю свою волюшку, господа. Женюсь на девушке очень богатой. Да. Беру в приданое золотые прииски. О, хорошие приданые.
Откушать сегодня, господам, прошу ко мне. Экая досада, Сергей Сергеевич. Отозваны мы. Откажитесь, господа. Лариса Дмитриевна замуж выходит. Так мы у жениха обедаем. Лариса выходит замуж? Ну что ж, это даже лучше. Сергеич, ах, родной мой! В объятия желаете заключить? Можно. Первый визит к вам, тетенька. Я желал бы засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Не ожидали? Нет, теперь не ожидала. Перестала ждать. А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали? А зачем вам знать это? Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека. Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы выходите замуж. Но что меня заставило, если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляет любезничать, улыбаться, навязывает женихов, если надо бежать из дома и даже из города? Лариса! Лариса! Вы не забыли меня? Вы еще меня любите? Позвольте познакомить, господа, Юрий Капитонович Карандышев, Сергей Сергеевич Паратов. Этот? Прошу любить да жаловать, старый друг Ларисы Дмитриевны и Харита Игнатьевна. Очень приятно. Сергей Сергеевич у нас в доме как родной. Тетенька. Очень приятно. Что с вами Паратов говорил? О чем он мог с вами разговаривать? А, да о чем бы он ни говорил? Что вам за дело?
Вот хотелось бы подарить эту вещь Ларисе к свадьбе. Угу. Денег не хватает. Тетенька, я ведь тактику-то вашу помню. Ведь уж человек с трех. Ах, проказник! О чем он мог с вами разговаривать? Ах, да что вам за дело? Вам надо старые привычки бросить. Вы не ревнивы? Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым, но если бы... Ну, далее, господин Карандышев. Все. Больше ничего. Нет, не все. Главного не достает. Вам надо просить извинения. Мне извиняться? Да уж. Ну, господа, но... господа! Что вы? Что вы? Ну, извините его ради меня. Благодарите Хариту Игнатьевну. Но я вас прощаю. Прошу вас быть друзьями. Барышня, на минуточку. Подите сюда. Идите сюда. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеевича к обеду. Так я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам откушать у меня сегодня? С удовольствием. Ларис. Так вы меня не забыли. Вы меня еще любите. Любите. Поедемте в деревню. Сейчас поедемте. Вот теперь-то и не нужно ехать. Что вы меня не слушаете? Топите вы меня. Ну, вы знаете, как зря я. Господа, господа, Бургонская. Маки Парменыч. Нет. Господа, господа, я счастлив сегодня. Я торжествую. Останови, останови его. Как остановить? Он не малолетний. Пей, Робинзон, ты натура выдержанная на заграничных винах. Ярославского производства. Ну, Серж, будешь за меня Богу отвечать. Сергей Сергеевич, перестаньте.
будете издеваться над Юрием Капитоновичем? Лариса Дмитриевна. Вы обижаете меня. Да смею ли я? Да хотите, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. За-за-за, бутафория. Осторожней, он заряжен. Юрий Капитонович, хотите брудершафт со мной выпить? С удовольствием. Лимонов, пожалуйте. Каких лимонов? Аспид. Возьми клюквенного морсу. Нынче народ-то без креста. Раз, два, три, четыре. Ведь того гляди, не досчитаешься. Шесть, семь, восемь, девять. Девять. Стыдно. Ах, как стыдно. Они его нарочно подпаивают. Ну, теперь друзья навек. Зачем они это делают? Да просто так, позабавиться хотят. Да ведь они меня терзают. А, кому нужно, что ты терзаешься? Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам. Когда я пьян, а пьян всегда я, тогда я вспоминаю вас. И, вспомнив вас, я проклинаю тот дивный, но далекий час. Тот дивный, но далекий. Лариса Дмитриевна, я не слыхал вас целый год. Да, вероятно, и не услышу боли. Спойте нам. Позвольте и мне присоединиться к этой просьбе. Просим, просим, Лариса Дмитриевна. Мы просим. Нельзя, господа, нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь. Да почему ты знаешь? А мы попросим. Нет, нет, и не просите. Я запрещаю. Я положительно запрещаю. Вы запрещаете? Так я буду петь. Мау-мау. Если бы Лариса Дмитриевна с нами за Волгу поехала. Да, если возможно. На свете нет ничего невозможного, господа. Он говорил мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки нега во взоре не обещают радости рая. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил он, но не любил он, нет, не любил. Нет, не любил,
ах, не любил меня. Яркой звездою мрачную душу ты осветила, ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. То улыбался, то слезы лило, то улыбался, слезы лил он, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил меня. Обещал мне слабому сердцу счастье и грезы, страсти и восторги. Нежно он клялся жизнь усладить мне вечной любовью, вечным блаженством. Сладкою речью сердце сгубил он, сладкою речью сердце сгубил он, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил меня. Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждение слушать вас. Лариса Дмитриевна, голубушка вы моя! Велико наслаждение видеть вас, а еще... Мне кажется, я с ума сойду. Как я проклинал себя, когда вы пили. За что? Зачем я бежал от вас? На что променял вас? Зачем же вы это сделали? Погодите. Погодите винить меня. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас от меня. Лари? Я завтра уезжаю. Завтра? Мы сейчас всей компанией едем кататься по Волге. Поедемте. Сейчас? Сейчас. Или никогда. Едемте. Сергей Сергеевич, скорее. Поехали. Господа! Господа, я предлагаю тост за Ларису Дмитриевну. Господа, прошу, 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 господа. Главное и неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны, то, господа,
то, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она искала для себя человека не блестящего, но достойного. И выбрала вас. Да-с, браво, браво. Извините, господа, извините, господа, может быть, не всем приятно это слышать, но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну. Браво, браво, браво. Господа, я сам пью и предлагаю выпить здоровье моей невесты. Браво, 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 браво. Есть еще вино-то? Разумеется, есть. Шампанского, шампанского. Едемте. Куда ты? Прощай, мам. Что ты, Господь с тобой? Куда ты? Или тебе, мама, радоваться, или ищи меня в Волге. Я, господа, уехали. Вот это учтиво. Ну и тем лучше. И останемся мы в тесном семейном кругу. Где Лариса Дмитриевна? Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь? Я к вам привезла дочь, Юлий Капитонович. Вы мне скажите, где моя дочь? Чтобы к вечеру было все готово. Слушаюсь. Допивать приедем. Слушаюсь. За Волгу? Как за Волгу? Потому вроде как пикник у них. Жестоко. Бесчеловечно жестоко. Бразкова. Это смешно. Я смешной человек. Но разве... Людей казнят за то, что они смешные. Я смешон. Так смейся надо мной. Смейся в глаза, но разломить грудь у смешного человека. Вырвать сердце. Бросить его под ноги. И растоптать его. Как мне жить? Как мне жить? Как мне жить? А? Я ничего не знаю. Нет, Харита Игнатьевна, у вас одна шайка. Вы все заодно. Но знайте, что если мне осталось только или повеситься от стыда, или мстить... Так уж я буду мстить! Буду мстить! Я буду мстить каждому из них. Каждому.
меня вы, жалкой рыбы. Где ваши товарищи, господин Робинзон? Какие товарищи? Ох, эти. У меня нет товарищей. Я человек, знаете ли, семейный. Так вы не знаете, где? Где они теперь? Кутят где-нибудь. Хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться. Какие у вас планы-то, Матвей Пальмянович? А ведь чай не дешевле ласточки обошлось бы. Всякому товару своя цена есть, Матвей Пальмянович. Вы должны знать, где они. Знаете ли, я человек смирный, семейный. Иван! Чего извольтесь? Перенеси-ка в другую комнату. Как же это вы с ними на пикник-то не поехали? А я заснул, и они не посмели меня побеспокоить. А, да. Нет, дам, давай играть. Нельзя-с, игра не равна. А, ну возьми. Позвольте поблагодарить вас за удовольствие, нет, этого мало, за счастье, которое вы нам доставили. Что? Прежде всего, вам нужно ехать домой. Я не поеду домой. Да, ну и здесь вам оставаться нельзя. Ну, какую пищу вы дадите для разговоров? Нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите. Вы мне скажите только, что я, жена ваша? Или нет? А драма-то, кажется, начинается. Мы не виноваты. Наш дело сторона. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел. Извините, Лариса Дмитриевна, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право. Право? Быть так требовательны ко мне. А разве вы забыли? Я год страдала, год не могла забыть вас. Явились вы, говорите, брось все, я твой. Разве это не право? Все это прекрасно, но обо всем этом мы с вами потолкуем завтра. Нет, сегодня, сейчас. Вы требуете? Требую. Извольте.
Теперь не только позволительно, но мы с вами даже обязаны принять участие в ее судьбе. То есть, вы хотите сказать, что теперь предоставляется удобный случай? Да, пожалуй, если вам угодно. Так зачем же дело стало? Кто мешает? Вы мне, а я вам. Отступного я не возьму. Разве вот лучше всего? Орел или решетка? Кидай! Ваша? Да. Но я не в убытке, расходов меньше. Угар страстного увлечения скоро проходит. Остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя. Вы женаты? Я обручен. Безбожно. Безбожно. Пойдите от меня. Я уж сама о себе позабочусь. Василий Данилович, давший слово, держись. Вы меня обижаете, Мокий Пармёныч. Вы купец. Вы должны понимать, что значит слово. Я знаю, что значит купеческое слово. Ведь я с вами дело имею. Я погибаю. Вася! Что мне делать? Помоги. Научи. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы, но я ничего не могу поделать. Да я ничего не требую от тебя. Прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь. Поплачь со мной вместе. Не могу-с. Ничего не могу-с. И у тебя тоже цепи. Кандалы, Лариса Дмитриевна. Какие? Честное купеческое слово. Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Я могу вам предложить такое громадное содержание, что даже самые злые критики чужой нравственности вынуждены будут замолчать. Вы расстроены. Я не буду торопить вас с ответом. Подумайте.
Ваш поступок заслуживает наказания. Но судить вас, кроме меня, никто не имеет права. Это уж мое дело, прощу я вас или нет. Как вы мне противны, кабы вы знали. Зачем вы здесь? Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. Они не смотрят на вас, как на человека. Они смотрят на вас, как на вещь. Вещь. Я вещь. Да, вещь. Они правы. Наконец-то слово для меня найдено. Лариса Дмитриевна. Уйдите, оставьте меня. Всякая вещь должна иметь своего хозяина. Я ваш хозяин. О, нет. Уж если быть вещью, пойдите, пошлите ко мне Кнурова. Что вы? Опомнитесь. Ну, так я сама пойду. Лариса Дмитриевна! Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю. Вы меня прощаете. Благодарю вас. Я все прощаю. Поздно. Уедемте сейчас из этого города. Поздно. Я вас люблю. Я вас люблю. Лжете. Я любви искала и не нашла. Я умоляю вас. Пойдите от меня. Вы должны быть моей. Никогда. Так, не доставайся же ты никому. Благодарю вас.